В официальном сервисном центре Deutsche Mechanica идет диагностика финальная стиральной машины Miele Softronic W4144. Данная стиральная машина Miele была восстановлена. Здесь менялись подшипники. Полностью стиральная машина Miele W4144 Softronic была разобрана. Сейчас она подключена к водопроводу, канализации, в электрическую сеть. И идет финальный этап диагностики стиральной машины Miele. Протестируется стиральная машина на всех режимах. В данном случае сейчас стоит у нас программа Express. Программа Express. По окончанию поставим еще пару стирок. То есть пройдем хлопок, стирку хлопка, пройдем стирку синтетики, экспресс-стирку, отдельно отожмем, наберем воду, сольем воду, и если успешное тестирование стиральной машины, вернее, финальное тестирование стиральной машины Miele завершится успешно, стиральную машину Miele отвезем ее владельцу, на все работы и запчасти предоставим гарантию от официального сервисного центра Deutsche Mechanica. Если у вас есть необходимость диагностики, обслуживания бытовой техники Miele, стиральные машины, посудомоечные, плиты, духовки, кухонная техника, то официальный сервисный центр Deutsche Mechanica всегда вам окажет полный спектр услуг по обслуживанию бытовой техники Miele.